Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео вы узнаете, как приготовить банановый хлеб. Ну а прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить вас за лайки и подписки. Это очень помогает развитию канала. Все, что необходимо для приготовления бананового хлеба, вы найдете в описании под видео. Сливочное масло необходимо достать из холодильника заранее, чтобы оно было мягким. Смешиваем сливочное масло и сахар. Затем добавляем яйца и взбиваем венчиком пару минут. Смесь должна быть однородной. Чтобы бананы были мягкими, я подержала их в духовке, разогретой до 180 градусов, около 10 минут. Разминаем их вилкой в пюре, добавляем к яйцам с маслом и сахаром и все взбиваем венчиком. Затем добавляем муку, соль, корицу, разрыхлитель. В последнюю очередь я добавляю шоколад. На свой вкус вы можете также добавить грецкие орехи, либо не добавлять вообще ничего. Переливаем тесто в форму для выпечки и ставим в разогретую до 200 градусов духовку. Сразу же убавляем температуру до 180 градусов. Выпекаем банановый хлеб примерно 50-60 минут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях, понравился ли вам этот рецепт.